Привет, друзья! Мы рады приветствовать вас на канале «Карибы. Жизнь на Кипре». И сегодня хотим рассказать, какую квартиру мы приобрели, в каком комплексе и в каком доме. У нас небольшой комплекс. Состоит из небольшого участка с бассейном и растительность. У нас нет обслуживающей организации, мы сами нанимаем отдельно рабочего, он все убирает. Купили вторичную недвижимость нашему дому 6 лет. Есть титул. Наша квартира укомплектована вся мебелью и бытовой техникой. Также уплачены все налоги, поэтому я рекомендую обратить внимание на вторичное жилье. Наша квартира 75 квадратных метров. Состоит из большого салона, зала и комнаты. Считается 1 плюс 1. Также у нас имеется шикарный балкон, откуда открывается прекрасный вид на море и на гору. Также наверху есть терраса большая, 50 квадратных метров, где мы можем наслаждаться вечерними просмотрами на звезды. При покупке вторичного жилья нужно обратить внимание на качество дома, а также надо найти проверенных людей, риэлторов, которые проверят чистоту сделки. Сейчас предлагаю прогуляться по Алсанжаку. Для меня это самое красивое место на острове. Оно утопает в зелени, в цветах. Возле нашего дома есть прекрасный парк. Он муниципальный, его обслуживает Белидие. В этом парке собираются как и детишки, так и взрослые пообщаться, поиграть в футбол. Имеются тренажеры с очень хорошим покрытием. Можно покататься на роликах, на скейтах, велосипедах. Очень много русскоговорящих детей и киприотов. Вообще Алсанжак считается таким русскоговорящим регионом. Находится 10 километров езды от Кирении. Очень тихое, спокойное место, очень зеленое, красивое. Также очень-очень густо, конечно, населенное, потому что очень развита инфраструктура. В парке имеются детские площадки, фонтаны. Открывается очень живописный вид на горы. В парке есть оливковые деревья, гранаты. Пока дети играют на площадке, взрослые могут посидеть в кафе, посмотреть там футбол, какие-то концерты, попить кофе и пообщаться. Парк – это лучшее место для встречи взрослых и детей. Также есть пикниковая зона, играют здесь в нарды. Вечерами все столики заняты. Вот прекрасный комплекс Каванвар. Если присмотреться, конечно, можно увидеть много мусора, бутылок, пластика. Кипр, конечно, этим славится, и нам тяжело после Беларуси привыкнуть к этому мусору. Ну, ничего не поделаешь. Также возле нашего дома есть парикмахерские, салоны, кафе, бары, аптеки.
это очень важно и удобно. Есть большой супермаркет Атакара с хорошим ассортиментом продуктов за отличные цены. Чуть дальше супермаркет Лимар. Впереди киприотское кафе, где можно послушать турецкие песни, танец живота, посмотри, собирается такая публика киприотская. Чуть дальше уже кафе, где собираются разные люди, контингент, там, латино, пиццерия. Пиццерия нас встречает кот. Вообще на Кипре очень интересно. Везде в кафе, дорогих, разных, могут на сиденьях, на стульчиках лежать собаки, спать, коты, для них корм, почитают очень животных. Вот возле нас есть заправка и прокат автомобиля. У нас очень удобно расположен район, много также зелени, плодоносящих деревьев. Вот мы рвем кактусы, мы их едим, они очень вкусные, очень полезные. Также есть инжирные деревья, гранатовые. Вот кафешки с детскими комнатами очень хорошие. В общем, в Алсанжаке очень-очень комфортно жить и не скучно. Есть куда сходить, главное были бы деньги. Как я говорю, Кипр любит деньги. Может быть, снаружи не очень так смотрится, но внутри кафе очень симпатично, с хорошей мебелью и с хорошим ассортиментом. Вот Ачмения кафешка, очень известная среди мам, не только. Живописные горы. Трафик автомобилей небольшой, достаточно спокойный район. Мне это очень нравится. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, пишите вопросы в комментариях, свои отзывы, что бы вы хотели узнать про Кипр. Мы когда-то тоже так информацию собирали. Мы на все ответим, все покажем. До новых встреч. Пока-пока.